gentlemen, we are live from Rixis Waterworld, Aktau, Kazakhstan. This professional boxing event, organized by Adal Promotion, head of this organization, Rustem Yegovbekov, and sponsored by BS Messenger, Mangistau Oil Refining, Sophie Med Group, Alliance LTD, Tarlan Company, and sanctioned by Professional Boxing Commission of Republic of Kazakhstan. Supervisor tonight, Mariam Muhammadjan. Ladies and gentlemen, hundreds in attendance and millions of watching around the world. We are ready. Referees and judges are ready. Boxers are ready. Are you ready? Ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing for WBO International Middleweight Championship. This is the main event of the evening. Introducing you first, and fighting out of the blue corner, he is a former WBA International Champion, former WBO European Champion, former WBC Asia Champion, former WBA Asia Champion, professional record of the boxer, 19 win, 1 defeat, 1 draw, 7 wins by way of knockout, official weight in 72.5 kilogram, fighting out the Zubova Russia, please welcome Andrei Sirotkin! Introducing his opponent and fighting out of the red corner. The professional record of the boxer is perfect one. 15 wins, no losses. 8 wins by way of knockout. He is a WBC American champion, an ABF junior champion. Fighting out the Yagos, Kazakhstan, Kazakhstan, Mehram Nursultanov. Your referee, charge the action, Paul Tuzinde. Gentlemen, I want a clean fight from both of you. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Shake hands, I wish you the best. Итак, рефери объявил о начале боя. Сейчас прозвучит гонг, и мы с вами станем свидетелями начала исторического события. В принципе, боя, ради которого все и... Ну, по большому счету, организовывалось. Встречаются в весе 72,5 килограммов два истинных чемпиона. Встреча проходит за вакантный пояс чемпиона по версии WBO Intercontinental. В среднем весе встречаются два уникальных боксера. У каждого свой стиль. По опыту они, в принципе, одинаковые. У Бигзата, ой, прошу прощения. Российский боксер, обладатель 4 поясов, это WBC, в принципе, Рейганосер сейчас все сказал, WBC Азия в среднем весе, WBO Европа также в среднем весе. В его активе 17 побед. Одна ничья, одно поражение. 19 побед, одна ничья, одно поражение и 7 нокаутов. У нашего боксера Бигзата Нурдаулетова... Поражение у нас маленький, кажется, технически не было. Прошу прощения, маленькие технические неполадки. Микрофон настроили. Бигзат Нурдаулетов также обладатель чемпионского пояса. В его активе на данный момент
Достар, біз бокс кешін жалғастырамыз. ВБО International чемпиондық белбеуі сарапқа салынып атыр. Шаршы алаң төрінде Мирым Нұрсултанов пен Андрей Сироткин, Ресей елінің боксшысы. Мирым Нұрсултанов шаршы алаң төрінде 15 кездесі өткізіп, 8-ін нокаутпен аяқтады. Бірде бір жеңіліс жоқ. Тең нәтиже жоқ. Яғни 100%-тық таза жеңістерге қол жеткізді. Ну, в активе российского боксера то, что у него есть одно поражение, одна ничья, это такого сильного какого-то на его опыт не влияет. Это вот довольно-таки опытный боксер, очень опытный. На пресс-конференции, напомним, был задан вопрос журналистам местного телеканала Нурланом Усеном о том, что Мирым довольно-таки моложе своего российского визави. На что получен ответ, что возраст для него не помеха, все его соперники были моложе, и пока никому не удавалось одержать над ним победу. Отличается довольно-таки агрессивной манерой ведения боя, вот видим прекрасный удар. Равноценно сейчас действуют боксеры, такой попыток перехитрить друг друга мы не видим, откровенный обмен ударами. А я еще раз прошу прощения за некоторые технические неполадки, но все в порядке, мы снова с вами. Итак, на кону у нас пояс, вакантный пояс чемпиона по версии WBC, а WBO, прошу прощения, Интерконтиненталь в среднем весе. В активе российского боксера 4 пояса, можно буквы W и O и C несколько раз затереть до дыр, пока перечислять его все 4 пояса, ну и Биг Зад имеет пояс. Мирым также имеет пояс по версии WBO International. Сейчас по прогнозам, официальным прогнозам, по неофициальным прогнозам, вот так, больше чаша весов, конечно же, на международной арене склоняется именно в сторону российского боксера. Но это предположение, это не точные. Ведущие эксперты в этом бою не отдают предпочтения пока никому, потому что стиль, удары, количество побед, нокаутов, в принципе, одинаковые. То есть сейчас два равных соперника, две школы бокса, выцеливает Мирым, выцеливает корпус. Сироткин буквально реагирует на каждое движение казахстанского боксера, работает корпусом. Андрей отличается своей манерой именно работать корпусом, уходит всем телом, уклоняется от ударов, меняет быстро позиции, буквально кружит вокруг своего соперника. Бигзаджи, не сказать, что действует, Мирым, не сказать, что действует прямолинейно, но выцеливает, хороший удар в корпус. Я қазіргі таңда Мирым әлемдік рейтингте 59-шы орында тұрса, оның қарсыласы Андрей Сироткин 17-шы орында орналасқан. На 13-м месте, месте в мировом рейтинге находится Андрей Сироткин. Жаман емес. Довольно-таки хорошая позиция среди огромного количества мировых звезд. Бокса хорошо попадает. Мирым попадает, правый прямой проходит. Еще один удар был, как говорится, вдогонку, но видит, ушел с линии огня Андрей Сироткин. Немножко подвинтил, поменял позицию, ушел от канатов, понимает, что зажиматься нельзя. Если Мирым его зажмет, то придется не сладко, как говорится. Нужно место для маневра. И на равных курсах действуют боксеры. Хороший джеб от нашего боксера встретил. Хороший левый джеб встретил. Ну, это сейчас попытка кросса была. Наш боксер немного по антропометрии крупнее, выше, руки длиннее, чем он прекрасно сейчас на дистанции и пользуется. Обратили внимание, некоторые удары буквально не дотягивается российский боксер. Хотя перед боем настрой у него был очень-таки самоуверенный, будем так говорить. Ну, опыт дает ему право быть уверенным в себе на ринге. Ну, в принципе, если ты не уверен, не выходи на ринг. Мы видим Марата Джигиева. Қасында Берік Абдрахманов отыр. Азия чемпионы. Знаменитый тренер. Бірнеше дүркін чемпионы.
и его воспитанник, сейчас также член тренерской команды. Хорош, пропускает Мейрам левый сбоку в размене. Удар, конечно, не сильный был, но как-никак очко. И впоследствии, возможно, если несколько таких ударов будут пропущены, то это потом даст о себе знать. Руслан, жалпы қалай ойлайсың? Бүгінгі кештің үш басты кездесулері, алғашқы екеуі техникалық нокаутпен аяқталды. Мынау 10 раундқа созыла ма, әлде техникалық нокаутпен аяқталды? Говорить о нокауте в этом бою попадает, ну, немножко скользь прошел по уху, в область затылка. Сразу же принес свои извинения, кивком головой. В принципе, жесты, которые боксеры понимают. Если говорить о нокауте в данном бою, здесь может произойти все, что угодно. Боксеры обладают на такой степени высочайшим уровнем. Вот смотрите, обратите внимание, буквально нырочек и удар проходит точно в цель. Обратите внимание, как будто ничто не предвещает, не показывает, что он будет сейчас атаковать. Тем не менее, два точных удара, вдогонку третий, уже прошли и уже достигли цели. Уровень этих боксеров настолько высокий, что... Будет нокаут, когда он будет, предугадать очень сложно. Возможно, они захотят прощупать, просчитать друг друга, где-то поиграть, познать. Возможно, кто-то из них примет, наоборот, более агрессивную тактику. Но лично я в этом бою предпочтение дам не Мейраму, не Андрею, потому что надо посмотреть, какие будут последующие раунды, как они будут себя вести, как будут физически готовы к этим, потому что физическая подготовка тоже зачастую очень важна, одна из важнейших составляющих подготовки боксеров. Второй раунд из 10... Третий раунд. Прошу прощения. Третий раунд из 10, сразу с атаки начинает наш боксер. Здесь опускает голову Андрей Сироткин. Обратите внимание, не отпускает, не дает маневрировать Мейрам. Буквально преследует, как ястреб вцепился, следует за своим визави. Мейрам осы раунд басталғалы прессинг жасаватыр, я? Нет, здесь, я думаю, больше разведка боем. Откровенно, Андрей Сироткин не тот боксер, который просто, на которого можно идти прессингом. Он довольно-таки способен встретить, работать на встречных курсах. Неплохо, даже очень хорошо работает и вторым номером. Для него первым или вторым номером работать такого большого значения не имеет. И там он способен нанести сокрушительный удар, о чем говорит количество его нокаутов. Но и Мейрам довольно-таки заряженный боксер, обладающий сильным ударом. Левый сбоку, по защите. Вот длина рук, вот как надо ей пользоваться. Осыны пайдалану керек. На дистанции, Совершенно верно, да. Все в защиту. Мы видим, что они не форсируют события. Где-то даже немножко экономят силы. Сами боксеры... Хорошее попадание. Сами боксеры не исключают возможности проведения всей дистанции. Много делает движений телом, плечами, руками российский боксер. Возможно, пытается как-то запутать. Вот проходит на ближнюю дистанцию. Мы видим уже кровотечение из носа у россиянина. Ну, несерьезное. Судья пока не рефери никак не реагирует. Ну, в принципе, таким чемпионом... Небольшая рана только украшает весь поединок. Тем временем Мейрам продолжает прессинговать, работать первым номером. Не отдает центр ринга. Хорошо прошел. С двух ударов с дистанции. Но быстро маневрирует Андрей. И не позволяет зажать себя канатом. Удар по корпусу и переводит Андрей в голову. Это очень опасно. Мейраму надо быть начеку. Такие удары пропускать нельзя. Тем более комбинации, как говорят сами боксеры, печень-голова. Они могут... сама эта комбинация может стать решающей. Прозвучал гонг. Боксеры расходятся по своим углам. Сейчас будут наставления тренеров. Где-то какие-то советы. На повторе вот. Мейрама
Мирым может действовать на дистанции, использовать длину своих рук. Хорошо ушел под ударами. Скорость боксеров очень высока. Хорошо, вот про эту комбинацию я говорил, Мирыма. И как быстро реагирует на это российский боксер. Буквально за секунду, и он уже в другом углу, в другой части ринга и совершенно в другом положении. Такого сильного ажиотажа мы не видим, все идет размеренно. Установки тренерские выполняются. Сильной дочки у боксеров нет, силы есть. То есть еще впереди нас ждет очень интересный раунд. Ну, будем надеяться. В одном из предыдущих боев, к сожалению, один из боксеров травмировал руку. И довольно-таки красивый бой вынуждены были остановить. Победа присуждена нашему боксеру техническим нокаутом. Будем надеяться, что в этом бою боксеры не травмируются, а покажут красивый, и мы увидим какой-нибудь необычный нокаут. Досрочное завершение этого поединка. Я Минжана Мирым Нурсултановты сізбен таныстырып өттім. Енді Андрей Сироткин туралы аз-маз ақпарат бере кетейін. Ресей Федерациясы Нижний Новгород қаласында дүниеге келген, жасы 36-да. Бірнеше титулдық кездесулер өткізген тәжірибелі спортшы. Орта салмақта ВБА Интерконтиненталь және ВБС Азия белбеулерінің иегері болған. Кәсіпқой рингте 21 кездесу өткізіп, 19 кездесуде жеңген. Бір рет ұтылып, бір рет тең түскен. Әлемдік рейтингте 17-ші орында. Соңғы рет 2021 жылы 17-ші сәуірде Англияның Болтон қаласында ВБО Еуропа титулы үшін жергілікті боксшы аталмыш белбеудің иегері Дэнни Дегнанмен тең түскен. Обладатель, да, 4 поясов по версиям WBO Азия. Андрей Сироткин, WBI, Интерконтиненталь. Также в его активе и он защищает пояса, защищал пояса, это WBO Европа. Напомню, что бой проходит в весовой категории 72,5 килограмма. Это у нас средний вес, вес, отличающийся напористостью, большое количество чемпионов именно в этом весе. А бой проходит за вакантный пояс, чемпионский пояс по версии WBO Интерконтиненталь в среднем весе. Идет четвертый раунд, пока предпочтение отдать кому-то либо нельзя, стопроцентное, но Мирым прессингует и наносит больше ударов. И, соответственно, и попадание, вот одно из них тоже, левый сбоку хорошо прошел, защиту отвечает российский боксер, закрывается. Последние два раунда российский боксер стал ставить глухую оборону против ударов нашего атлета, то есть чувствует. Всем телом чувствует свои удары. Я вот тактика настануда. Да, здесь надо перебить. Необходимо перебить такого именитого, опытного боксера, как Андрей Сироткин. Играть с ним не получится. Обмануть его вряд ли. Довольно-таки опытно, читает все. Заранее читает. Его необходимо навязать свой бой и перебить. Еще одно попадание. Хорошая атака. Надо развивать успех. Немножко вот... Будем так говорить, в легком замешательстве российский боксер. Такого он не ожидал. Мирым продолжает диктовать свою тактику. И так быстро заканчивается очередной раунд. Обратите внимание, какая хорошая работа на ногах. Боксер не застаивается. Двигаются по рингу. Работа идет по верхним и нижним этажам. Хороший правый сбоку. Длинный, затяжной. Даже в защиту, если приходит такой удар, все равно он довольно-таки чувствительный. И встряхивает, будем так говорить, встряхивает. Вот, отличный удар. Чистый, точный. Здесь наш боксер нарвался на джеб встречи. Вот это очень... Сейчас придет сюда он. Я тебя на вас скажу.
А у нас шестой раунд. А, прошу прощения, пятый раунд. Мы приближаемся экватора сегодняшней встречи. Пятый раунд. Также все проходит по диктовку казахстанского бойца. Мирым не собирается отступать. Держит центр ринга. Продолжает расстреливать с дистанции. Но здесь немножко бравирует Андрей. Опускает руки. Показывает, что все под его контролем якобы. Что он полностью понимает, что происходит. Готов принять любой расклад, будем так говорить. Но мы не раз видели, даже в самых встречах самых именитых бойцов, что это приводило довольно-таки тяжелым нокаутом. Зажимает у канатов Мирым своего российского соперника. Давит Мирым. Он не дает ему маневрировать по рингу. Каждое действие Андрея Сироткина контролируется. Своим джебом Мирым срубает начало любой атаки. Удар по корпусу. Андрей странно стряхивает руки, такое ощущение, как будто они его забились. Уважаемые телезрители, к нам в студии здесь, непосредственно в отеле Риксос, присоединяется гость. К нам присоединился гость. Михаил Юрьевич Юрченко. Он является советским и казахстанским именитым, будем так говорить. Одной из легенд казахстанского и советского бокса. Представитель супертяжелой, повторяю, супертяжелой весовой категории. Выступал за сборную СССР, за сборную Казахстана. Активная его именно спортивная карьера проходила период с 1980 по 90-е годы. Чемпион СНГ, победитель и призер турниров международного значения, участник летних Олимпийских игр в Атланте. Мы рады вас приветствовать. Михаил Юрьевич, во-первых, приветствую вас в нашей студии. Спасибо вам большое за ваши спортивные достижения на благо и Казахской ССР, на благо независимого Казахстана. Очень рады, что вы к нам присоединились. Вот мы сейчас видим схватку, битву, встречу двух титанов. Поединок. Двух титанов. Оба обладатели поясов. Кто-то опытный, кто-то нет. На ваш взгляд, молодость или опыт? Хотя по опыту они одинаковые. Ваше видение данного боя, пожалуйста. Я считаю, что, во-первых, поприветствую всех зрителей, которые сегодня посвятили свое время на просмотр этого праздника бокса. Интересные поединки, захватывающие. Вот особенно наш основной поединок за пояс. Я надеюсь, что в этом поединке картина такая, она складывается, то, что Мирей сегодня тактически правильно построил поединок, он не дает сопернику развивать свои преимущества, так как видно, что Сироткин, он сам тоже панчер и предпочитает атакующий, но видим, что Мирей сам берет инициативу в свои руки, навязывая сопернику свой стиль, свою силовую манеру. Поэтому, видим, да, другой остановился досрочно среди рассечения. Поэтому не будем подпускать дальше события, но по поединку, я думаю, что победа и так должна была быть. Тренерский угол, да, отказался, или врач? Что там, кровотечение? Причина остановки боя, травма получена, рассечение. Итак, уважаемые телезрители, тот самый бой, который мы так долго ждали. Да, приятно одержал победу, присвоен, победа присуждена нашему боксеру техническим нокаутом, но, к сожалению, мы не увидели, мы увидели только начало красивого поединка. Тем не менее, познакомились с замечательным, живой легендой казахстанского, советского бокса. Но, тем не менее, у Мейрыма было... Преимущество было, оно очевидно, и поэтому я думаю, что то, что был вопрос молодости или опыт, я считаю, что и молодость, и настрой у этого нашего атлета Мирея, он очень тактически, говорю еще раз, грамотно построил бок, то есть не дал сопернику преимущество для начинания атак, он самостоятельно пошел вперед, видел, он отрежал его и тут же контратаковал. Поэтому
победа это или это следствие его настроя, его подготовки. Ну, немножко события, правда, опередились. Мы надеялись, что бой будет подольше, и зрители получат удовольствие от интересного поединка. Ну, как говорится, победители не судят, правильно? Поэтому придет. Ну, это ни в коем случае не умиляет, достижений и опыта. Андрея Сироткина, он остается прекрасным боксером. Со своим стилем, со своим видением боя. Ринг решил, что сегодня сильнее оказался именно Мирем. Одно из попаданий стало решающим, рассечение. Вот в области глаза видно причина остановки боя. Радуется угол казахстанского боксера. Вынесли казахстанский флаг. Зал радуется, то, что наши ребята доминировали в этот вечер над своими соперниками. Поэтому казахстанский бокс показал свою стабильность, показал свой уровень, что у нас есть бойцы, которые сегодня могут претендовать на самые высокие титулы, самые серьезные цели в профессиональном боксе. Я прошу прощения, Михаил Юрьевич, вы за свою карьеру, десятилетней карьерой, 10 лет поединков, встреч международных, на Олимпийских играх участвовали, Советский Союз, как говорят представители старой школы бокса, Советский Союз было сложнее выиграть, чем мир, потому что там было большое количество... Не то, что мир, но первенство Европы было проще выиграть, чем Советский Союз. На вашей памяти есть тот самый поединок, который вы всегда помните, как самый сложный в вашей... Поединок... Какой-то вот встреча с каким-то боксером, именно та, которая запомнилась вам навсегда. Ladies and gentlemen! Retired of the blue corner. Winners are represented in fighting the red corner. And new WBO International Middleweight Champion, Mirem Nursultan!